Thank you.
света, праздник мира и добра. Ну что, маленький народ, давайте скорее с вами знакомиться. Вот я, веселая, смешная, цветная, озорная, умная, красивая, самая счастливая кукла Ляля. Приветы собираю, приветы раздаю, приветы сочиняю, приветы больше всех люблю. Ну что, я одна на миллион приветов детских почтальон. Ну что, вот вам мой привет. Ловите! Поймали? А теперь вы со мной давайте поздороваетесь. Я люблю приветы шумные. И сейчас я придумала только что для вас вот такой привет. Три раза топнули, топ-топ-топ, покружились и кинули мне ваш привет. Лови! Давайте еще раз. Топ-топ-топ, покружились, лови! Отлично! Ну что, вам всем от меня большой привет, друзья! Помашите мне в ответ. Сейчас выпадет снег, град, мы все замерзнем. Давайте все дружно. Самое жаркое, самое загорательное, купательное, яркое, цветное, веселое! Yeah! Вот это здорово, вы мне ответили, просто молодцы! Ну что, давайте первому дню лета крикнем «Ура!» 3, 4! Ура! Молодцы, какие вы дружные! Но сейчас я хочу посмотреть, какой сегодня лагерь самый-самый дружный. Я ведь знаю, что сегодня ко мне пришли детские оздоровительные площадки, правда? Точно или нет? Да, и сейчас мы посмотрим, какая детская площадка самая дружная и самая многочисленная сегодня на празднике. Итак, школа номер 1 есть? Ой, молодцы! А школа номер 4? Ой, нету номер 4 школы. А давайте 4-ю школу поддержим и крикнем все вместе. Школа номер 4! Вот, молодцы! А школа номер 5! Ох, какая классная школа номер 5! А школа номер 6! Ой, меня прям силой вашего звука сдуло со сцены. А лицей номер 7 есть? Ой, он весь в конкурсе участвует. Молодец! А школа номер 9! Школа номер 9, молодцы, занимают пространство, наверное, собираются сегодня поиграть. А вот детская школа искусств имени Римского-Корсакова есть? Музыкальные ребята есть? Да, есть! А Тихвинский центр детского творчества есть? Ой, ну все сегодня здесь на празднике, это так здорово! И, наконец-то, детская художественная школа есть? Ну, разрисуйте нам сегодня всю нашу площадку. Ну что, с праздником вас, друзья, поздравляют наши замечательные солистки. Соня Быстрова и Соня Германова. Встречайте, веселая песенка для вас. Никто не хочет.
эти девчонки, мальчишки, а также их родители, бабушки и дедушки, и просто гости сегодняшнего праздника. С днем, первым днем лета, с праздником и, самое главное, с каникулами. Пусть эти каникулы будут самыми задорными, самыми яркими, самыми шкодливыми, но без травм. Пусть эти каникулы принесут вам только хорошую погоду, воплощение всех проектов, задора, счастья, радости и удачи. Каникулы должны быть веселыми и задорными. Радуйтесь и готовьтесь к следующему тяжелому учебному году. Пусть все складывается удачно. Удачи всем! Спасибо, Любовь Николаевна. Ну что, лето у нас будет классное, правда? Ну что, ребята, расскажите, что вы любите больше всего делать летом? Купаться, отлично, а еще? Рисовать, вот кто-то сказал, правильно. Сегодня мы с вами обязательно и поиграем, и потанцуем, и повеселимся, и, конечно, порисуем. Цветными мелками на сером асфальте рисует свой сказочный мир детвора. Улыбки, принцессы, цветы, динозавры, машинки, шары, самокаты. Ура! Ну что, друзья, я не зря прочитала такое замечательное четверостишье, потому что участники конкурса рисунков на асфальте «Вселенное детство» уже приступили к рисованию. А это значит, что совсем скоро наша площадка будет яркая и красивая. Ну а мы, конечно, их поддержим. Конечно, мы будем сегодня оценивать их творчество. И все ребята, все участники очень талантливые, поэтому мы особенно подбирали компетентное, творческое и талантливое жюри. И сейчас под ваши аплодисменты я хочу пригласить на сцену членов жюри конкурса «Рисунков на асфальте». Дарья Алексеевна Никитина, директор детской художественной школы. Юлия Борисовна Карнизова, преподаватель детской художественной школы. Светлана Григорьевна Фролова, художник-постановщик Тихвинского районного дома культуры. Итак, Дарья Алексеевна, напутственное слово. Уважаемые гости, виновники торжества дети, самые наши дорогие, поздравляю вас сегодня с праздником, с Днем защиты детей. Желаю вам успехов, творческих открытий. И, пожалуйста, все желающие, пожалуйста, поучаствуйте в нашем конкурсе, а мы будем уже выбирать победителя. Поздравляю всех еще раз. Давайте поаплодируем друг другу. И всем хорошего настроения. Спасибо, ваши слова звучали прямо от души. Ну что, уважаемые члены жюри, вы отправляетесь на площадку, помогайте нашим участникам. Ну и, конечно, самая главная ваша задача — оценить компетентно эти замечательные работы. Ну что, друзья, итоги конкурса рисунков на асфальте будут подведены в 12:30. Поэтому я желаю всем участникам удачи. Давайте, друзья, им поаплодируем еще раз. Громче аплодисменты! Без вашей поддержки у них ничего не получится. Если вы закончили работу над своим рисунком, вы можете отдохнуть, сходить погулять по нашей замечательной площадке, можете сходить домой, можете полежать на травке в теньке. Но в 12:30 мы ждем вас здесь на подведении итогов конкурса. Ну что, друзья, сегодня большой праздник детства. А скажите мне, ребята, что же такое детство? А? Что такое детство? Лето! А еще? Удача, я услышала! Счастье! Какие замечательные слова! А еще? Что? Радость! Ой, детство! Классно! Я с вами согласна! Но еще я бы сказала, что детство — это огромная вселенная, в которой есть свои планеты, континенты, страны, города, ведь правда? Мы же можем назвать детство целой вселенной, правда? Да, и сейчас я предлагаю всем дружно отправиться в путешествие по вселенной детства. Нам нужно выбрать транспорт. Какой ваш любимый транспорт? Мотоцикл. Он довольно опасный. Да мы и не влезем все вместе на мотоцикл. А еще? Велосипед. Автобус. А давайте посмотрим гораздо вот пошире. Может быть, повыше. Что у нас летает? Самолет.
отлично! Мы начинаем наше путешествие по вселенной детства на самолете! Ну что, давайте расправим руки в стороны, как будто это наши крылья! Сделали ручки! Наш самолет взлетает и отправляется в путешествие. Я не вижу ваших ручек, как крылья. Сколько самолетиков, здорово! А давайте еще обернемся вокруг себя. Классно, наш самолет летит высоко-высоко, рассекая крыльями облака. Ну что, друзья, наш самолет приземлился. Что это? Куда это мы с вами попали? Маша и Мик, правда? Да не может быть! А где тогда они? Что это за местечко за такое? Так, сейчас мы с вами посмотрим, куда же это мы с вами прилетели на нашем сверхзвуковом самолете. Давайте с вами пофантазируем, что это может быть у нас за такой вот, может быть, континент или страна? Ой, ты молодец какой! Ты почти угадал! А мы ждем нашего первого героя на сцене! Где же наш герой? Нашего героя-то и нет. А давайте все вместе его позовем. Вы такие классные, вы уже догадались, что наши герои будут Маша и Медведь. Давайте сначала позовем. Медведь. 3-4. А еще 3-4. Ну, Медведь уже должен появиться на нашей сцене. Где же он? Посмотрите-ка. Вы узнали его? Участвовать успеют все. Итак, а давайте теперь
Давайте сначала построимся и посчитаемся на раз-два. Ну-ка, быстро стройтесь! Быстро стройтесь, ребят! Так, сейчас мы вас научим считать и даже строиться. О, какие вы красивые, какие у вас юбочки, шортики. Нет, станьте так, чтобы мы всех видели. У нас в стране мультфильмов. Первый. Итак, а сейчас все первые. Но мы-то попытаемся. Ну что, на старт. Внимание, поехали! Так, собираем. Что же это может быть у нас? Кусочки пазла не уносим. Маша, расскажи мне, пожалуйста, ты обнаружила, что в такой замечательной стране? Да нет, что ты! В нашей замечательной стране мультфильмов живет много-много героев! Рыбыш Макьяр, Волк, Заяц, Левой, Фиксики, Мыши, Один Лена и все-все, Пашка, все-все-все! Я сама.
такие конкурсы. Ой, ребята, какие вы активные. Как вы здорово встречаете лето. Правда, Маша? И у вас не умненькие. Прям не могу. Нет, это мы руки сами знаем. Только в кармане. Давайте подальше на нашу площадку. Пощипаемся. Главное, пропустим. Не награем никого лишнего в этот конкурс. Ваш друзей был. Так, расходимся, расходимся. Ваш друзей был. Идем, идем. Моя команда. Шесть человек. Так, здесь у нас никого. Себя и... Аплодисменты нас, молодец, ты отлично справился. А это кто у нас? Правильно, золотая рыбка. Что-то, ой, просто потеряла золотая рыбка. Ой, а это-то у нас кто? Кто? Алена? Маша, это же подружка нашей Маши. Маша, отлично. А это кто такой красивый? Дай 5. Супергерои сегодня на празднике. А вот это посмотрите. А это красные шапочки. Красный шапочек, точно. Ты такой миленький, молодец. Ребята, ну давайте громко крикнем, что это за герой. Красная шапочка. А это кто-то волшебный. Выходи скорее, кто это? Карлик нос. И наконец-то последний. Кто? Дюдюка. На самом деле парик должен был быть на Дюдюке. Но ничего страшного, все ее узнали. Итак, друзья, вы все большие молодцы. Обязательно верните нашим героям ваши атрибуты. И, конечно, угощайте сладкими призами, друзья. А где же наши конфетки? А вон конфетки уже раздают. Ну что, весело сегодня? Не весело. Весело вам, друзья? Молодцы! Но наша программа продолжается. И я сейчас спешу пригласить на сцену детский хореографический ансамбль Next. А это мои самые лучшие друзья из страны мультфильмов. Снизу вверх, то право это лево. Так, если строимся, если идем слева, в школу. Смотреть направо, строимся. То вниз это вверх. Кто же виноват, что подводит регулярно?
начнем тут кое-что интересное, а именно интерактивная сказка по мотивам оперы Римского-Корсакова «Садко». Так что я прошу вас, не отходите от нашей площадки фестивальной. Давай еще играть! Много песен спета о доброте и дружбе. Вот будет ты, например, Маша. Знаешь песни про доброту? Я много знаю песен. Много? Давай, и долго, долго, долго. Песни долго, мандра, песни. Ты думаешь, это про дружбу и доброту? А как же? Я же бегу, бегу, на тропинке бегу. К друзьям говорю. Вот я бы обратилась к нашим ребятам. Да подожди, давай уступим девочке, она уже запела. Давай. Дружба крепкая, не сломается, она спела. Ну что ты там вспомнил? Давай скорее, что ты вспомнил? Пой. Как же весело шагать по дорожке. По простору. По простору. Ой, какая-то песня собственного сочинения, да? Нет. Ну что, давай, чай кровейку. И друга себе обязательно найди сегодня на празднике. А еще песни, а? Что такое доброта? Что это такое доброта? И увидеть нельзя, и нельзя потрогать. Правда? Да. Молодец, получай конфетку. А ты ручку тянешь, ты вспомнила? Давай, пой. Эту песню о доброте из мультика «Бременские музыканты». Там не про доброту, точнее, а про друзей. Кто вспомнит? Давай, Чудочку, давай! Всем братьям, друзьям, победу свету! Сердце дружит, не зашли тревоги на любые дорогие дороги! Классно! Получай конфетку! Ну что, Маша, вот видишь, а ты не могла вспомнить ни одной песни. Сколько песен прозвучало! Ой, я знаю еще больше песен! Я просто хотела проверить, знаю ли их ребята. Да, ну я уверена, что ты очень сильная. Они еще знают, просто они стесняются. Да, знаешь что, давай сделаем еще одно доброе дело. Выпустим талантливую девчонку на сцену, а? Конечно. Давайте, друзья, встречайте аплодисментами на сцене солистка студии своей песни «Мелодия» Ксения Кащникова! Целый день все падало из рук.
Кто из вас Вика? Спалили, и для этого нам нужно сделать какое-то общее дело. Я знаю, что нужно сделать. Нужно потанцевать. А кто же у нас будет танцевать? А лучше всего это делать с теми, кто это по-настоящему умеет делать. Здорово! А это тоже балетная студия. Встречайте наших балерин! Thank you.
Да.
Я, слушайте, я попала, мячиком взяла, отлетела.
Здесь некого.